нужно ли это, чтобы вот тряпаше, ты же ничего не можешь ей взять, зачем нужно это? Ну посмотри даже вот, он дрехка. Притом ты не слышишь. Зачем ты делаешь это? На руку натягиваешь, пока дальше ты водишь. Спустя рукава, говорят, работает спустя рукава. Почему? Боялись. У них вот такие вот были. Значит так, или ты убираешь это все, или за стол не садишься. Заверни вот так вот. Вот здесь вот их сделают. Еще не придумают каждый день. И больше не растягивают. Ну что у нас просто так, за стол не садится и больше. И в церкви стоит опущенные рукава ниже этого. Ну ни у кого нет. Ну посмотри, вот повернись, вот рядом люди. Вон, смотри, малыш. Один ты вот. Начинаешь все это выхимичивать. Переверни на ту сторону. Ну не надо это делать, это неприлично. Криком кричишь, я лентяй, ничего мне не давайте. Спустя рукава. Спущенная рукава — это лодырь. Это афишу там можно давать, тут мы уже поняли тебя. Это стоял получше, вначале скоблил, подстоит опять. Вы видите, что я поднял, и тогда уже опять. То есть сознательно это делаете, как пленные дьявола. За молитву святых отец нашей, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нам. Аминь. И для пищи носительцы нас хвалят Господа взыскающего, живого сердца их век века. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, ныне присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови, освяти дары, посылаемые Твоей щедростью. Словом истины и молитвы. Аминь. Аминь. Кошкам, собакам воду не лейте. Они не свиньи. Должно быть такое полугустое. Вода вообще-то не должна быть. Рыбу, да. Не хватило.
Так,
Благословение и Вот, 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 вот
проповедовать? Нет. Комбайн, который вы видели, он взял с рук. С рук. Ну, поддержанный. Ну, вы спрашивали, как с Америки купили. Никак. Детали, как вы сказали, детали, да? С рук. Поддержанный взял. Велосипеды продают. Цепи одно государство дает. Сиденье другое, колеса третье. А почему вы не один? У других лучше. Они самые лучшие берут. Ну и здесь комбайн столько места занимает, и вести его 10 раз дороже будет. Это же не игрушка. И не день, ни два вести. Может быть, а срок, значит, уже опыт имеет, может взять. А срок почему? Сейчас решил больше изменить мальчик. Не то, что он плохое такое. Один умирает, ведь один на карте тебе дают это. Женись на моей жене.
изменился сон. Она хорошая, говорит, очень хорошая. И притом знаменитый человек. Попробуй зарядить узнать, кто это. Женись на моей жене. Да ну, это я говорил вам уже. Цветочки. Какой цветок был национальным знаком Франции в борьбе с врагами? Какой? Лилия. А? Лилия. Ну, лилия это как в общем на галерее. А тут вот такой цветочек, они показывают и друг друга приветствуют. И мы этот цветочек нашли здесь. Ну, не похож на это. Василек похож. Мастера похож. Так, что, все? Приходим. Благодарим Тебя, Христе Боже наш, яко насытилась и нас земных своих благ, и лиши нас и небесного Твоего Царствия. Но яко посреди учеников Твоих пришел и спаси, мир да я, приди к нам и спаси нас. Аминь. Аминь. Спаси Христос, Павел Николаевич, на вора. Спаси Христос, спаси Христос. Вот это можно спустить. Пожалуйста.